А на улице Рима вышли активисты по борьбе с климатическими изменениями. Участники пикета, одетые в костюмы сказочного персонажа Пиноккио, устроили сидячую забастовку, критикуя бездействие правительства в отношении изменения климата. Около сотни активистов движения «Восстание против вымирания» собрались у стен Министерства инфраструктуры и транспорта Италии. Они также выступили против инициативы властей по строительству моста между островом Сицилия и материковой частью страны. На реализацию мегапроекта выделено 12 миллиардов евро. По мнению участников движения, он будет расположен в зоне, подверженной сильным землетрясениям. Строительство уже назвали пустой тратой денег.